Несмотря на все происходящее, Миран и Рэйян стараются жить своей жизнью и наслаждаются любовью, строя планы о будущем. Миран привел в особняк Аслана, теперь он тоже живет со всей семьей. Махфуз, поняв у Аслана свои планы, решает рассказать Хазару всю правду. Он скажет ему, что Миран его сын, а сам Махфуз – отец Рэйян. Хазар в шоке. А насладиться 48-й серией турецкого сериала «Ветреный» вы сможете уже 20 ноября. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!